на канале ТВ8 в студии Виктория Царева. Сегодня в выпуске. Новый призыв к переговорам. Демократы направили акумовцам письма, в которых вновь предложили начать переговоры о будущей коалиции. Что эти заявили в ответ, узнаем через несколько секунд. Социалисты и Ончибан требуют опровержения информации от бывшего генпримара Дарин Киртуака, уверяют о подкупе социалиста неким предпринимателем. Принялись выяснять отношения прямо посреди дороги. Два водителя не поделили проезжую часть, из-за чего смотрите в выпуске. Новый призыв к переговорам. Демократы направили партиям, входящим в блок АКУМ, письма, в которых вновь предложили начать переговоры о будущей коалиции в парламенте. Однако ответ так и не получили. На пресс-конференции вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь заявил, что если лидеры этого блока не отреагируют на этот раз, то они обсудят этот вопрос с двумя сторонами по отдельности. В ответ представители блока заявили, что не намерены отвечать на предложение Демпартии. Мы направили партиям, входящим в блок АКУМ, по письму, в котором предложили им начать переговоры. Прошло уже несколько дней, но ответа мы так и не получили. Сегодня демократы повторно пригласили лидеров блока АКУМ к переговорам, заявив, что если и на этот раз не получат ответа, будут разговаривать с каждым по отдельности. Мы знаем о разногласиях, которые существуют среди членов блока АКУМ между ППДП и ПДС. Если у них не будет возможности объединиться в единый блок для участия в переговорах, да, мы будем обсуждать с ними по отдельности. Вице-председатель партии действий «Солидарность» Михай Пупшой, который выиграл по одному из столичных избирательных округов, заявил нам, что не намерен отвечать на письмо и что демократы уже пытались вести отдельные переговоры с некоторыми из кандидатов партии. Они уже начали переговоры, но у них нет шансов, потому что мы уверены, что избранные по спискам АКУМ не предадут своих избирателей. А с кого они начали, если вы говорите, что они уже начали? Я не могу вдаваться в подробности. Хотя бы скажите, когда это началось и с кого начали по округам или по спискам? Вы можете хоть какие-то детали предоставить? И по тем, и по другим. А что предлагают? Попытки были неудачными. На этом все. Спасибо и хорошего дня. И представители партии «Платформа достоинства и правда» заявили, что не будут отвечать демократам. Мы не ведем переговоры с теми, против кого мы протестовали в 2015 году. Угроза, что они будут договариваться с каждым в отдельности, посмотрим, на кого подействуют. Может быть, на ПСРМ. К нам им не с чем идти. Накануне парламентских выборов представители блока АКУМ подписали обязательство не вступать в альянс с ДПМ, ПСРМ или партией ШОР, иначе обещали вернуть свои мандаты. Впервые демократы призвали к переговорам все партии, вошедшие в парламент, в понедельник. Однако до сих пор никто официально не ответил на их приглашение. Своим обращением в Конституционный суд демократы стремятся ускорить формирование коалиции в новом парламенте. Такое мнение высказали эксперты в ходе передачи на нашем канале «Политика» Натальи Марарь. По словам одного из них, в своем обращении в КС демократ Сергей Сырбу скопировал фрагмент из другого запроса, поэтому судьи должны его отклонить. В ответ представители ДПМ рекомендовали гостям студии абстрагироваться от допущенной ошибки и сосредоточиться на сути обращения. Господин Сырбу так спешил, чтобы подать ходатайство в Конституционный суд, что скопировал фрагмент из другого запроса. Я не шучу, смотрите, это свидетельствует о посредственности депутатов. Между тем, вице-председатель Демпартии признался нам, что не знал об этой ошибке. Честно говоря, я этого не заметил, но если это такая ошибка, вероятно, к ней следует относиться равнобоко. Мне кажется, что мы придираемся к мелочам. Демократ заявил сегодня на брифинге ДПМ, что цель обращения – подготовиться и к такому развитию событий, при котором долгосрочная коалиция не будет сформирована, а парламент и правительство не смогут полноценно выполнять свои функции. Мы не можем позволить людям стать заложниками политических или личных амбиций политиков. Ответственные политические деятели вовремя делают расчеты и пытаются предотвратить любую ситуацию, которая может ухудшиться и отразиться на людях.
Прозвучало в ходе ток-шоу и мнение, что таким образом демократы пытаются ускорить процесс создания коалиции. Этот шаг направлен на то, чтобы оказать минимальное давление на другие партии, прошедшие в парламент, чтобы сделать их более сговорчивыми в переговорном процессе. Замаскированное сообщение «приходите, чтобы управлять с нами, или мы будем управлять в другой форме и без вас». ДПМ не хочет нести ответственность за этот хаос и, следовательно, и пытается любым способом найти пути, чтобы избежать этого хаоса. Их гложет полномочия президента. Сейчас кто имеет власть в государстве? Парламента нет, правительство подаст в отставку, остается только президент страны. Напомним, демократ Сергей Сырбу вчера попросил Конституционный суд разъяснить, может ли действующий кабинет министров принять полномочия парламента и принимать законы в жизненно важных областях, если политический кризис продолжится после возможных досрочных выборов. Пока неизвестно, когда судьи выскажутся по этому поводу. Накануне пресс-секретарь КС рекомендовал нам следить за веб-сайтом суда. Проиграли выборы и приостановили проекты после того, как кандидаты в депутаты от Демпартии потерпели поражение в Еловенском районе. Его председатель, также демократ, объявил в соцсети, что проекты по развитию района будут заморожены. Он ожидает, что кандидаты, которые победили от блока АКУМ, возьмут инициативу в свои руки и внесут свой вклад в развитие района. Жители Мелешти и Мич, которые ознакомились с посланием демократа, все же надеются, что они не пострадают из-за политических разборок. Между тем, представители блока АКУМ утверждают, что демократы нападают на простых людей из-за того, что они сделали свой выбор. Накануне председатель Еловенского района демократ Лилиан Карману обратился к жителям села Мелешти-Мич, где он был примаром до марта 2018-го. В своем сообщении в соцсети он написал, что проекты по развитию будут приостановлены после выборов. К сожалению, проекты, предложенные в предвыборной программе, столь необходимые для Мелешти-Мич, зависят от результатов, которые получила партия. Ваша поддержка и полученные результаты не достигли уровня ожиданий. Вот почему я говорю, что ни один проект не может быть реализован, пока представители блока АКУМ не придут со своим видением решения проблем в этом районе. Нет ничего общего между парламентскими выборами и местными или районными советами, которые должны работать независимо от того, кто находится у власти. Поскольку они проиграли выборы в этом избирательном округе, они получили удар по голове и теперь пытаются излить свой гнев на людей в оппозиции. Некоторые граждане поддержали демократа, другие же, наоборот, раскритиковали его и посоветовали, как председателю района, работать в интересах людей, независимо от политической принадлежности. Вчера я видела в интернете, кума показала, мол, посмотри, что он сказал. Если строительство дорог, которое началось, остановят, я даже не знаю, что на это сказать. Почему оно должно оставаться так, не понимаю. Он должен это сделать. Люди говорят, что в этом районе много проблем, и они возмущены тем, что стали жертвами политических баталий. В селе есть еще что делать, особенно дороги и свет, прежде всего свет. Вечером, когда темно, можно в яму угодить. Пусть они думают лучше, пусть идут к людям, всем нужны деньги, пусть миллиард вернут и пусть нам дадут немного, а что? Это уже дело партии, это их забота, не знаю. Так деньги делятся между партиями? Да, сегодня так, деньги распределяются между партиями. Вы голосуете за одну партию, будете что-то делать, если нет, то нет. Мы попытались найти в районном совете Лилиана Кармана, чтобы он объяснил, почему планы развития коммуны, по его словам, зависят от результатов демократической партии на парламентских выборах, но у дверей его кабинета нам сказали, что он со вчерашнего дня находится на больничном. Căutăm pe domnul Carmanu, este? Bună ziua! Dar unde este? Este bolnav și este cu aici. Și când urmează să vină? Nu știți? Мы связались с председателем по телефону, он подтвердил, что чувствует себя плохо, но, услышав наш вопрос, отвечать на него не стал. Сейчас декларат, что проекты для Мелешти и Мич зависят от результатов партии, которые вы поддерживаете и из которых вы делаете партию. Я вам говорю, как это сделка, мы скапим. Повторим, где? Я вам говорю, 40 миллионов.
Впрочем, демократ так и не перезвонил и на наши звонки больше не отвечал. Яловенский район был разделен на два избирательных округа, номер 22 и номер 37. Со стороны демократов баллотировались Моника Бабук и Ион Сула, которых поддержал председатель района Лилиан Карману. Оба потерпели поражение. Депутатские места получили представители блока АКУМ. Бывшего примара Кишинева Дарина Киртуака могут вновь вызвать в суд, если он публично не извинится перед муниципальным советником от ПСРМ Ионом Чебаном. Социалист также потребовал возместить ему моральный ущерб стоимостью в 1 лей. Он недоволен тем, что Киртуака и гражданский активист Михаил Багаз распространили информацию в социальной сети о том, что он якобы взял 50 тысяч евро от некоторых экономических агентов, чтобы остановить протесты жителей столицы на некоторых стройках. Все началось несколько недель назад, когда экс-примар Дарин Киртуака разместил в Фейсбуке аудиозапись, на которой якобы предприниматели и социалисты обсуждают сумму, которая необходима, чтобы остановить протест на одной из столичных строек. Я прошу вас отозвать ваше пикетирование, забрать ваших бабушек, перестать ломать мне строительство. Дайте мне работать. Ну я понял, но что вы конкретно предлагаете? Будем 20 тысяч евро. 20 тысяч евро. Да. Но это я вам сразу скажу, что это не серьезно. Позже информацию распространил и активист Михаил Багаз, бывший советник в Рио столичного градоначальника Сильвии Радо. А на днях он опубликовал две фотографии с заседания муниципального совета, когда Ион Чебан был советником, на которой кто-то принес сумку с надписью 50 тысяч евро. В ответ Ион Чебан, новоизбранный депутат парламента, направил им обоим предварительный запрос с одинаковым текстом. Социалист потребовал опровергнуть информацию и выплатить ему в качестве морального ущерба 1 лей. Михаил Багаз тут же отреагировал. Он заявил, что Чебан не знает законов. Я сказал, что мне нечего опровергать, и информация, которая общедоступна на моей странице, взята из открытых источников. Господин Чебан, похоже, не знает законов Молдовы, и в нашей стране никто не может быть привлечен к ответственности за репост. Мы обратились за комментарием и к Дарину Киртуаке, но он на наш звонок не ответил. Ион Чебан говорит, что в случае необходимости готов обратиться в суд. Напомним, бывший градоначальник проходит по делу о платных парковках в столице. Сам Киртуаке свою вину не признает. Адвокаты Вячеслава Платона сегодня в очередной раз пытались встретиться со своим клиентом. Они пришли в тюрьму вместе с представителем Офиса народных адвокатов. И даже с ним, защитником, не разрешили войти. Начальник тюрьмы отказался говорить с адвокатами Платона, заявив, что он лично ничего не нарушает, а залы для свиданий полностью заполнены. Народный адвокат Майя Бонареску сегодня представилась в 13-й тюрьме как посредник в конфликте между защитниками Вячеслава Платона и администрацией заведения. Омбудсмену разрешили войти, в то время как адвокаты Платона так и остались стоять у входа. Адвокаты говорят, что не видели своего клиента уже целый месяц. Если даже сегодня нас не пускают с народным адвокатом, то пусть им займется прокуратура. Нам больше не о чем с ним говорить. По словам защитников, они обратились сегодня в Генпрокуратуру с запросом расследовать подозрения о том, что Вячеслав Платон мог получить ножевое ранение в тюрьме. Между тем, другие адвокаты, пришедшие сегодня в тюрьму, спокойно входили на ее территорию. Народный адвокат вернулась к защитникам Платона через час. Она встретилась с главой тюрьмы Игорем Пынтей. Господин Пынтей категорически отказался идти на примирение, заявив, что есть процедура, которую должен соблюдать любой адвокат, и он считает, что лично ничего не нарушал в этой процедуре. Господин Пынтей объяснил, почему мы не можем попасть к нему уже месяц. Да, он сказал, что вы никогда не просили и не приходили в установленный для этого час. Это неправда. Мы каждый день с утра до ночи сидим здесь, когда приходим в 9, когда к часу или 3 дня. Мы снимали видео часами, сидя здесь, а они даже не разговаривают с нами. По словам народного адвоката, она встретилась с Вячеславом Платоном, и тот ей сообщил, что с ним все хорошо.
Между тем, Вячеслав Платон попросил посетить частного стоматолога, предоставить ему газеты и организовать встречу с адвокатами. Вячеслав Платон получил 18 лет тюрьмы за мошенничество в Банко ди Экономии. Кроме того, он был приговорен к 25 годам тюремного заключения по делу о страховой компании и подкупе охранников спецбригады «Пантера». Сам он свою вину не признает. Весеннее обострение у столичных водителей началось досрочно, а сегодня утром два шофера принялись выяснять отношения прямо посреди дороги на бульваре Дача. Разнять их пытались прохожие, но окончательно они успокоились, когда на поле боя приехала полиция. Яути, фрумос, а? Яути, яути, якаше, якаше. Яути. Встреча двух водителей, излишне нервного и излишне нетерпеливого, привела к потасовке. По словам очевидцев, водителя грузовика рассердило то, что водитель дачи посигналил ему, из-за чего тот набросился на него с кулаками. Кто из автовладельцев прав, а кто виноват, выяснит полиция. Стоит отметить, что в 2017 году в нашем законодательстве появился новый термин – агрессивное вождение, за которое предусмотрен штраф. К нему могут отнести такие действия, как многократное использование звуковых или даже световых сигналов. Дорога и тротуар на улице 31 августа превратилась в настоящие руины. Несмотря на то, что движение возобновили 5 месяцев назад, сегодня улица больше похожа на деревенскую дорогу. Водители сетуют из-за ям, они гробят свои машины, а прохожим нужно быть предельно внимательными, чтобы не упасть. В Приморье же уверяют, все идет по плану, а улица будет выглядеть как новая только осенью следующего года. На улице 31 августа оставляет желать лучшего. Водители вынуждены снижать скорость, но даже так им не всегда удается объехать все ямы. Здесь никто больше 10 километров в час не ездит. Я по этой дороге езжу довольно часто. Здесь всегда так. Центральная улица. Она в таком ужасном состоянии. Смотрите, одни камни и ничего больше. Прошло много времени и еще пройдет около 3 месяца. Лето пройдет и ничего так и не сделают. Ну, неприятно. Да, неприятно. Как будто в селе находимся, хотя это столица, так не должно быть. В столичной примарии говорят, что работы выполняются в соответствии с контрактом. В первую очередь меняются водопроводные и канализационные сети. Улицу 31 августа перекрыли в июле прошлого года между улицами Измаильской и Болгарской. Тогда муниципальные власти заявили, что через 3 месяца улица будет восстановлена. В сентябре движение возобновили, однако асфальтом дорогу не покрыли. А участок между улицами Влайку Перкалапы и Василия Александри перекрыли в конце ноября. Ремонт улицы 31 августа – часть проекта, который включает ремонт двух других улиц в центре столицы. Оценочная стоимость проекта – 22 миллиона евро. Деньги предоставили Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Следственный комитет России выясняет обстоятельства дела с участием российского сухогруза в Южной Корее. Случай произошел накануне в городе Пусан. В порту судно задело еще несколько лодок, а после врезалось в мост. Никто не пострадал, а по данным морской полиции Пусана, капитан управлял судном в нетрезвом состоянии. Моряки же утверждают, в момент аварии он был совершенно трезв. Судно приписано к порту Владивостока и привезло в Корею груз остальных изделий весом в 1500 тонн. По данным службы береговой охраны, операторы порта Пусан предупреждали капитана российского сухогруза о возможной аварии, если тот не сменит курс. Тем не менее, он якобы не понял английскую речь. На следующий день после аварии экипаж из 15 граждан России предоставили подробную информацию об обстоятельствах столкновения. Они утверждают, что капитан судна выпил спиртное уже после аварии, когда осознал серьезность ситуации. Капитан задержан и находится в камере предварительного заключения в морской полиции порта. Представитель компании-оператора сообщил, что сухогруз был застрахован, но если выяснится, что капитан управлял судном в нетрезвом состоянии, выплате страховки могут отказать.
Сегодня, в первый день весны, мерти-шор стал самым популярным аксессуаром. Причем не только у нас, но и за рубежом. Так сотрудники пограничной полиции Молдовы отправились по ту сторону моста Леушины-Албица, чтобы обменяться красно-белыми бутоньерками. Символ весны добрался и до Великобритании. Несколько наших земляков, которые проживают в Лондоне, раздавали мерти-шоры прохожим в центре британской столицы. Мерти-шор сегодня добрался и до Великобритании. Добровольцы, облаченные в молдавские национальные костюмы, раздавали бутоньерки прохожим в центре Лондона. Мы празднуем мерти-шор вместе с местным сообществом, вместе с румынами, молдаванами, болгарами, албанцами и другими этносами. Все с большим воодушевлением смотрят на мерти-шор, который недавно был внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это универсальный символ. Первый день весны сегодня отмечали и в некоторых учебных заведениях столицы. Например, ученики 8 класса лицея Спирухарет организовали разнообразную художественную программу для коллег и учителей. По традиции мерти-шор носят до конца марта, затем цепляют его на дерево, чтобы год был плодотворным. Молдавские сельхозпроизводители обратились к жителям страны, а вернее к мужчинам, с необычным призывом дарить женщинам вместо цветов яблоки и виноград. Таким необычным способом они решили привлечь внимание к своей проблеме. Мы решили узнать, что думают наши мужчины об этом предложении, и вот что у нас получилось. Молодая предпринимательница из Дурлешт разместила в соцсети видеоролик, в котором рассказала, что у сельхозпроизводителей склады переполнены яблоками и виноградом, которые так и не смогли экспортировать на рынки соседних стран. Диана Круду предложила мужчинам поддерживать фермеров и вместо цветов покупать женщинам яблоки и виноград. Это послание, исходящее от души. Призываю всех мужчин 1 марта, 8 марта вместо цветов купите вашим дамам килограмм яблок и килограмм винограда. Дайте нам шанс, чтобы мы смогли обработать землю. Мы решили узнать, что сами мужчины думают об этой идее. Оказалось, не все разделяют целесообразность замены цветов на фрукты. Ну, они и так у нас лежат. Меня не поймут, если я их подарю. Ну, что я смогу делать? Спать и вайфать. Чего интересант. Срыдок и кадов странный он пик. Не только яблоки, я бы еще груши подарил бы, виноград. Должно быть изобилие во всем. Не только в яблоках. Некоторые признались, идеи, как поздравить своих женщин, у них другие. Мотив пентру карю и беск, ши умурс. А идеи какие? Денежные, сама купит. Плюс цветы. Маме у букеди флор. Да суце янку бараджа. Ландшар. И ресторан. Наверное, поход. Да, посидеть где-то. О проблеме с яблоками, урожай которых в прошлом году оказался выше, чем в прошлые годы, заговорили еще осенью. Некоторые сельхозпроизводители жаловались тогда, что оставляют фрукты в саду, так как их некуда девать. В Министерстве сельского хозяйства тогда рекомендовали садоводам искать новые рынки сбыта и строить склады с холодильниками. А не так давно глава государства Игорь Дадон объявил, что с 1 января российское правительство отменило таможенные пошлины на экспорт в Россию овощей, фруктов, некоторых консервов и винных продуктов. Не сдаваться, как бы ни было сложно. Нас лишь следующий репортаж о нелегкой судьбе жителя села Пеления. Дмитрий Балта – сапожник и отец-одиночка. Своим примером он ежедневно доказывает, какие бы ни были проблемы, нельзя унывать. Благодаря своей безграничной любви к детям и страсти к работе, мужчина совершенно забывает о том, как ему тяжело передвигаться.
Сапожником Дмитрий Балта работает несколько лет. Чинит обувь не только жителям села Пеления, но и соседних сел. Деньги в семье очень нужны. У мужчины трое детей. Тяжело, но что делать? Кто мне поможет? Никто не хочет. Сколько зарабатываю, откладываю. Дмитрий Балта разведен. Признается, с домашними делами старается справиться сам. А где не получаются, помогают дети. Что-то по дому делаю я, а что не получается, помогает дочка. Остается, со мной подметает. Сам не могу. Чтобы затопить печь, нужно держаться за трость. Дочка приносит мне таз с дровами. Разжигаем печь, и я готовлю. Мама Лыгу борщ. Живет семья скромно, но мужчина жаловаться не привык и благодарен тому, что есть. Я благодарен всему, что у меня есть. Не у всех есть деньги. Кто-то приносит продукты, что-то из еды, потому что на мою пенсию по инвалидности много не купишь. А эта работа меня кормит. Если бы не она, мы бы умерли с голода. В селе Пеления проживают более 300 человек с ограниченными возможностями. В селе насчитывается около 7500 жителей. А на сегодня это все. Далее не пропустите ток-шоу «Политика» Натальи Марарь. А я напомню, больше новостей вы можете найти на русской версии сайта ru.tv8.md. А я желаю вам прекрасных выходных рядом с теми, кто вам дорог.